100 великих лет, 100 великих людей Чувашии. По инициативе Министерства культуры готовится масштабный проект о людях, которые своим талантом и трудом оставили след в истории нашей республики. Продолжит тему Наталья Мальчикова. Прошлое Чувашии в иллюстрациях. Новый проект предполагает создание цифровых репродукций известных полотен, на которых запечатлены либо главные действующие лица нашей истории, либо картины их авторства, либо сюжеты, связанные с ними тематически. Оригиналы хранятся в фондах Национального и художественного музеев. За изготовление взялся известный дизайнер Владислав Кондратьев. И для того, чтобы копия была максимально реалистичной, тщательно изучает оригинал, делает детальную фотосъемку. Затем материал загружают в специальную программу, а далее дело техники. В мастерской Владислава Кондратьева уже подготовили более 20 картин. Технология новая, в Чувашии ее пока никто не применял. Приходится работать методом проб и ошибок. Вот это нам очень нравится. Она такая достаточно все-таки. Хорошо, да, я считаю. Есть шедевры из частных коллекций, которых никто никогда не видел. И мы постараемся их разместить на исторической части города, чтобы каждый, проходя мимо, видел некое развитие Чувашии за последние 100 лет. Прямо сейчас технический художник воссоздает известную картину, где изображен Андриан Николаев в поле. Но и это только эскиз, который предстоит оживить с точностью до каждого мазка. Чтобы придать окончательную живость этим работам и не смотрелось как просто постер, мы все-таки после печати, либо во время ее, используем дополнительный ингредиент, который придает высоту написания этой картины, так называемой мазки, тактильное ощущение остается. И, естественно, нам приходится некоторые места мы дорабатываем вручную с помощью красок, придавая некую такую изюминку того, что людей будет полное ощущение, что эта картина натуральная, написана вживую. Все полотна проекта – живопись и графика известных мастеров Чувашии. Часть их хорошо известны, но есть и редко выставляемые работы, что только повышает их ценность. Организаторы проекта «100 великих людей Чувашии» позаботились о том, чтобы в условиях ограничений экспозиции увидели максимально много зрителей. По аналогии с выставкой «Искусство Победы» эти копии тоже отправятся на улицы города. Проект предполагает не только галерею на улице, да, он предполагает еще и подготовку электронного варианта и передвижного варианта для того, чтобы его можно было отправлять не только на улицах города показывать, да, картины, но и представлять эти работы и в районах, и, я думаю, что даже в регионах, где проживают чуваши. Историю в лицах на красочных полотнах увидеть смогут все желающие уже в конце этой недели. Репродукции украсят фасады зданий в исторической части столицы республики и на основных магистралях. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Юрий Марков, Республика.